Привет, ребята, борцы, спортсмены, всем здорово. Это Арнольд Шварценеггер, короче, ну, он себя так называет. Я терминатор. Вот. Сегодня я решил поговорить, ну, про что будут мои видосики, а будут они про борьбу. Только про борьбу, ну, и влоги какие-нибудь будут, ну, вот с другом, как сейчас, например. Я не друг, я терминатор. Друг, вот, терминатор. Вот, ребят, ну, короче, тема такая, я когда... Лето закончится, я буду ездить на открытые ковры. Сейчас, на данный момент, у меня есть третий юношеский, да? И терминатор. Да. Вот. Это у меня ушло на это 2 года. Да. Ну, кто-то скажет, типа, лох, все дела. Лох. Мне нормально, в принципе. Я очень даже доволен, что у меня сейчас третий разряд. Я нет. Качаюсь. У меня нету сборов сейчас. Многие уехали на сборы. Сборов для меня нет. У меня клуб не такой популярный. Вот. Трейлер канала, это можете увидеть мои последние ковры, вот, которые я ездил. Такие дела, короче. Ну, в принципе, это практически это все. У меня будут влоги про борьбу с другом. Да, терминатор. С другими друзьями буду ездить. Не только я. Да. Будете смотреть, как я борюсь. Понравится вам это или нет. Иду, можно так сказать, к мастеру спорта. Чтобы дойти до мастера спорта, я должен получить 2-й юношеский, 1-й юношеский. После 1-й юношеского идет кандидат мастера спорта, там идет такая соревновательная гонка, я должен буду победить несколько человек, чтобы стать кандидатом. После того, как я стану кандидатом, такая же фигня, что-то типа игр на мастера спорта. Вот. Ну, посмотрим, может, за до 19 лет, может, накоплю. Смотрите, короче, ребят, все, всем пока. Всем пока.